Ну, у меня так несколько там было тезисов на этот счет, что у меня вообще есть, я разделяю там идею Рэя Курцвелла, основателя Курцвелл Technologies, да, и нынешнего там одного из топ-менеджеров Гугла, о том, что в 2050 году мы будем полулюдьми, полукиборгами. То есть я считаю, что всевозможные там импланты и так далее, это вот первый шаг, а потом этих имплантов будет все больше и больше. И следующий этап, то есть это переходной период между людьми и киборгами, и потом это будут роботы. То есть на самом деле я вообще не исключаю, что там через 5, там через, ну не знаю, 5, может быть 10 поколений человечество просто как вид начнет вот вымирать под... И я не считаю, что это плохо, для меня это вообще вот как некое будущее, понимаете? Мы создаем, мы наконец-то сможем себя почувствовать богами, мы создадим что-то, сами мы создадим вот наше продолжение. Я вообще говоря в это верю, у меня, конечно, супруга у виска крутит и говорит, что я ненормальный, об этом говорить нельзя, но я практически убежден, что роботы, компьютеры, они заменят людей, и это вот будет уже, ну это не тысячи лет, это вот будет совсем близко.